Дорогие друзья, всем привет! Не знаю, как у вас, а вот у меня заиграла ностальгия. Мне в комментариях и на стримах писали, что зайди в Clash Royale, там какая-то обнова, там добавили нового юнита, новая карта. Зайди, сними хотя бы один видосик, посмотри. И я, короче, зашел с опозданием, но первое, что я увидел, не какого-то там нового голема там или что там, новая карта. Я увидел свою старую колоду, и я чуть не прослезился. Это последние просто были... Последние моменты расставания с игрой Clash Royale, когда уже Brawl Stars подходил, вот-вот уже новая эра отодвигала Clash Royale, и в этот период я просто жестко пушил кубки разными колодами с големом, и это одна из них. Я хочу вспомнить этот момент, это время, сейчас сыграть в катке, а вы, олды, кто... помнит мои стримы по Clash Royale и ролики, насладитесь этим моментом. Но новые зрители, я не знаю, если вам просто интересно, понаблюдайте. Приятного просмотра, рекламная. Давайте кратко об изменениях. Я не знаю, конечно, мне очень трудно о них говорить, потому что я очень-очень редко захожу в игру. А, менюшка, она стала сиренево-фиолетовой. Не знаю почему, с чем это связано. Видимо, с обновой и новым големом. Pass Royale. Я до сих пор не разобрался, что это такое, и до сих пор его не купил. Новые эмодзи уже не обращаю на это внимания. Я вижу, что сундук фортуны немножко другим цветом подсвечивается. Но в целом это тот же сундук. Ну и, естественно, добавили нового эликсирного голема. Я видел его в действии. Он взрывается и отдает эликсир сопернику. Не совсем разобрался, для чего этот юнит. Без понятия. И у меня его, естественно, нет. Я в каком-то турнире участвую. Испытание с големом закончилось. Голем появится через 20 дней. Собственно, вот и краткий обзор на обнову. Меня больше интересует моя дека. Поехали в бой. Я понимаю, что это сейчас очень низкие кубки. Вау. Доставка, конечно. А, это ж Хэллоуин. Вот. Это подготовка к Хэллоуину. Охрененно. Разработчики всегда умели делать красивую графику. Красивые формы. Так, у меня 13 уровень, против меня 8. Это слабый, да? А ну, не позабыл ли я засасывать Хога на главную вышку? Нет, не позабыл. На самом деле, что я творю? Голема в начале катки поставил. Но это все... Это все... Слабые кубки... Ой, маленькие кубки дают мне расслабляться. Блин, я уже забыл, как комментировать Clash Royale. Хорошая игра. Спасибо, удачи. А в целом, по механике игры, по менюшке ничего не изменилось. Игровая панель та же. Никакие новые эмодзи, никакие новые фишечки. В арене тоже не добавился. Там экраны, не знаю. Какие-то, ну, локации, понятное дело. Новая арена, кстати, есть или нету? Господи, вот это собирать награды, это самое нудное, что есть. Почему нельзя собрать сразу все награды одним махом? Я, кстати, собирал награды, и мне с магического выпало Лего. Угу. Это еще интересно кому? Первая катка очень изич победа. Погнали. Знаете что? Я хочу в Гранд сыграть. Большое испытание. Поехали. О, вот здесь будет сложно, я уверен. Потому что в глобале сейчас, ну, я очень низко сижу. О, кстати. А разве у моего соперника... А, тыквы, это же скины для башен, и их можно заработать в Pass Royale. Вот здесь, ребята, сейчас в Гранде, против меня реально играет челик метой, скорее всего, и какой-то, ну, минимум шарящий парень. Потому что, ну, на тех кубках, которых я сейчас, меня просто вот легко выиграть. Я сейчас попробую сыграть своей старой доброй колодой. Я без понятия, что сейчас против меня, скорее всего, Хог 2.6. Своей старой доброй колодой... После чего возьму какую-то мету с Тиви Рояля. Мне интересно, смогу ли я затащить? Изи минус мушкетер. Ставим сборщик эликсира. Летит. Вау, фаербол какой-то другой стал, да? Хограйдер. Почему-то он с середины карт... с середины этого выбросил. Активировал ли мы вышку? Ну, Хога 2.6 я наказывал. Я наказывал в глобале, как минимум. Ставим голема. Я не знаю, что у меня сейчас... А, ну, в принципе, он, по идее, должен слева меня сейчас пушить, иначе ему ГГ. Я не знаю, конечно, что сейчас там, торнадо берут или пушку. Окей, так, мушкет,
Ой, ну вы поняли. Так, здесь у нас дракон. А, так, хорошо. По идее, сейчас пойдет фаербол. Мы здесь мега миньона выбросим. Так, хорошо. И пока ничего не получается, но до двойного эликсира так всегда. Хотя, почему? Не, не получается. Но до двойного эликсира так всегда. А, так, 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 так. Сейчас надо подумать, подумать. Будет ли он подкидывать? Да, будет мушкета он подкидывать. Так. А, сейчас торнадо, наверное, не буду. Поставлю сборщик. Без понятия, надо он или не надо. Так, запну. Эть, запну. Ай-яй-яй-яй. Короче, блин, все, все, пиши пропало. Я разучился играть. Ставим голема. Ставим голема. Так. Так, мега миньон. Хорошо. Так, отсасываем. Это, конечно, делать не рекомендуется, потому что эти трюки выполнены профессионалами. Отсасывать надо уметь. Так, тихо. Принца выпускаем. Я должен его затащить. Ну, хок 2.6. Хок 2.6. Слушайте, ну моя колода еще работает. Ну как моя? Ну вы поняли. Но я еще не выиграл. Я еще не выиграл, но наношу жесткий урон. Ну как жесткий, относительно жесткий. Счет пока не очень. Счет пока не очень. Так, а где моя торнадо? Я не успел прокрутиться от торнадо. Хорошо. Блин, 1200 хп. Так. Блин, я поставил... А что, он завис? Господи, а что происходит? 66 хп, крутимся до запа. Он завис. Но он мог меня выиграть. Не, ну эта победа не считается, друзья. Разминочка. Это была разминочка. Первый поединок. Я хочу все так же. Голем 2 принца, еще одну каточку. Потом, может быть, сыграют то, чем играют большинство. Поехали, еще один бой. Мне чисто, на самом деле, плевать на победу. Мне плевать на поражение. Мне чисто просто... Блин, какие скины красивые. Вы посмотрите на мои сараи и посмотрите на его дворец. Хм, офигеть. Ну, понятно. Они же задротят. Так. Хога 2.6 объективно я не одолел. Потому что он завис, он бы меня выиграл. Поэтому я не считаю это победой, хоть и я выиграл. Так, я даже без понятия. Ну, давайте крутимся, он слил фаер. Так, блин, а у меня как назло где-то сборщика. Ладно, поехали. Два сплэш юнита. Че он нам сейчас противоставит? Мини-пека. Хорошо, хорошо. Так, ну запускаем принца и ставим сейчас сборщик. Оу, и тут хок. Но я, наверное, не буду его засасывать. Так, поехали. Вау, клонирование. Но это какой-то слабый челик. Сейчас попробую его выиграть. После этого возьму колоду, которой тащат люди. Ну, там, с Киви Рояля. Насколько я понимаю, ведьма плюс голем до сих пор актуальна. Причем с дровосеком. С ведьмой ничего не поменялось. Ну, вы знаете, что моя стихия — это голем. Я не люблю играть ничем другим, кроме как големом. А, гигантом еще, гигантом. Чё? Не, ну камон, это вообще извращенец. А, подождите, клон... Не, ну это же, это точно извращенец, да? Это не какой-то топ-игрок, такой меты нету, я надеюсь. Ну, я на это надеюсь, по крайней мере. Так, ладненько. Короче, забрасываем. О, мини-пека, привет. Так, забрасываем дракошку. Голем подобрался к вышке, взрывает... Не, ну это реально какой-то слабый челик. Я сомневаюсь, что он тащер. Мне бы хотелось против какого-то жесткого соперника выйти, чтобы прочувствовать, тащит эта колода или нет. Но я думаю, что, скорее всего, нет. Оф, понятно. Ну я даже его пока еще не выиграл, поэтому рано радоваться. Ой, рано праздновать победу. Ну, и радоваться, в принципе, тоже, да, рано. Так, о-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 
тут без шанса у челика. Так, запускаем принца одного и принца второго. Блин, как я вспоминаю эти времена.
просто так бесследно это все ушло. На самом деле, я просто перегорел роялем. Слишком много я в него играл, каждый день по несколько видосов, куча проектов, и за счет этого... Так. Я даже снес его на... Блин, на три короны хотел сказать. Вторая в гранде победа. Слышите, я не знаю, после такого долгого перерыва я смогу пройти полностью гранд сейчас или нет. Вот, смотрите, но колода, ну вот Хок 2.6. Вот такая вот дека. Давайте я тебе рояль открою, любого голема возьму абсолютно. Какого-то, ну давайте, я не знаю. Что-то голема мне так часто играют. Ну вот, да, классика. Голем не изменился, все тот же голем. Поехали в бой. Охренеть, сколько времени прошло? Год, а голем все тот же. Вау, скины песочные. Блин, почему они это ввели, когда Brawl Stars вышел? Без понятия. Ой, с молнией, конечно. Я, кстати, не посмотрел, какие у меня карты. Скопировал и сразу пошел в бой. Кто еще играет рояль? Поставьте лайк. Напишите в комментариях. Если вы поддержите выпуск, то может быть... А, лайк, лайк. Смотрите, мини-пека пришел. Поставьте лайк, покажи. Поставьте лайк. Вот такой лайк. Вот так вот, лайк, 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 лайк. Лайк, лайк, лайк. Целуй папу. Пока. Все, беги, сынок. А так. Данечка пришел. Пока, пока. Вау, а как мне это выиграть, Данька? О-о-о. Пока, пока. Так. Хорошо. В принципе, неплохо. У него гигант две ведьмы, чтобы вы понимали. Ого. Нормально он меня разобрал, нормально. Готовим молнию. Готовим молнию. Не знаю, чем он будет дефать. Две мышки выжило, это хорошо. А, он запнул, заразу. Ладно. Ставим, скорее всего, голема. Наверное, надо было на правую сторону, потому что сейчас с кладбищем атака будет справа. А может и не будет атаки. Не знаю, чем он будет сейчас дефать меня. Ведьма. Ага. А как-то она странно только что выпустила этих скелетиков. Как-то раньше было по-другому, по-другому. Раньше было лучше. Так, подтягиваем всех. О, там еще варвар. Варвар. Так, голем сейчас взорвется возле вышки. Это хорошо. Это я помню, это хорошо. Да блин, неужели я выиграю тут? Не может быть, но я долго не играл. Я не могу выиграть челиков, которые играют каждый день. Тут прокачка не решает, да? То есть, если в глобале всегда говорили, да ты прокачан, хорошо, понятное дело, ты ютубер, ты донатишь. Тут прокачка у всех одинаковая. Ну, походу, вышку он забирает, окей. Окей. Хотя, нет, вышку не забрал он еще. Но. Я думаю, фаерболом он добьет. Так, здесь у нас молния. Надеюсь, молния убивает ведьму. Да, отлично, убивает. Забрасываем еще. Накидываем юнита. Видите, он слил, короче, фаер. Он все сливает. У него паника. Он не знает, что делать. Жмем его до конца. Так, подтягиваем всех. Так. Забрасываем. Фаербол не добивает. И зап, по-моему, тоже. А, у него бревно. Бревно добивает. Зап. Но мы его сносим на три короны. Последний поединок реально был немножко напряжным. То есть чел что-то пытался. Камон, мне не верится, что я уже три победы тащу. Четвертая даже, я одну в глобале сыграл. Офигеть. Надо 12 гранд пройти. Че, у меня тут кто-то в клане, может... Вступайте в клан, что ли. 5000 прием по приглашениям, правда. Такой вот внезапный ролик побрал по Clash Royale, я извиняюсь. Друзья, я хочу сказать спасибо тем, кто меня еще смотрит со времен Clash Royale. Clash Royale вообще сделал меня, вообще дал мне толчок, и меня узнали благодаря Clash Royale. Clash of Clans я начинал, но тогда меня еще никто не знал. А Clash Royale очень популяризировался, и, соответственно, сделал меня каким-то популярным, ну, не особо, но среди клэшера уж точно. И надо отдать этой игре должное. Спасибо, Олды, что со мной. Я знаю, что все равно я не вернусь в Clash Royale.
Но время от времени такие видосы, возможно, буду пилить. Может, еще Clash of Clans за... Ну, Clash of Clans прям вообще, я не знаю, меня с Clash of Clans никто не знал. А вот Clash Royale, олда много. Олды здесь. Спасибо, кто досмотрел до конца. Спасибо всем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите новые ролики. Пока.